Ну что происходит? Вот этого сынка. Смотрите, как ухаживает за мной все время. О, чтобы я была в кадре лучше него. Лучше меня никого не может. Черт. Вот уже почти 7 лет призер Олимпийских игр по дзюдо Иван Нифонтов сдувает пылинки со своей супруги Кристины. Познакомились на свадьбе у друга, встретились взглядами и сразу влюбились. И вот он звонит мне и говорит: «Алло, здравствуйте, Кристина Владимировна». Я говорю: «Здравствуйте». А я на работе была. Не хотите покататься на машине? Нет. И говорит: «Я бы хотела к вам своего ребенка записать». Я говорю: «Ну хорошо, я до 7 работаю, приходите, я посмотрю». И все. Ну, так я думаю, никто не пришел, никто не пришел. И выхожу, мне фарами там моргает. Он титулованный дзюдоист, она мастер спорта по художественной гимнастике. В одном сила и жесткость, в другой грация и красота. Они такие разные, но при этом очень похожи. Один начинает фразу, другой подхватывает. Две такие родственные души, что одно целое, наверное, все объединяет, в принципе. Вот это и есть. То есть, знаете, у нас нет там, есть много пар, на самом деле, которые говорят: «Блин, скорее бы там от жены отдохнуть или от мужа, там, с подругой». Ну, вот какие-то такие вещи. У нас такого нет. Нам классно все вместе делать, хоть что. Чемпионат по футболу, романтический или активный отдых, театр. Как только у пары появляется свободная минутка, посвящают друг другу. Чувство ревности, оно должно присутствовать, потому что тебе же не безразлично. Ну, здоровое такое, человек. Не фанатизм какой-то. Не, у тебя фобия-то есть. Ой, как... Ой, молодца. У пары двое сыновей. Старший уже занимается гимнастикой. Есть у Кристины и Ивана еще одно детище – спортивный клуб, где два профессионала объединились, чтобы готовить выдающихся гимнасток и дзюдоистов. Ведь все в жизни Нифонтовы делают вместе и с любовью. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.